Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Камински попытался оправдать нападение на посла России Сергея Андреева в понедельник в Варшаве. Он назвал законным собрание агрессивно настроенных украинских и польских активистов, которые преградили российским дипломатам путь и выкрикивали оскорбительные лозунги. Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны, написал Камински в Твиттере и добавил, что польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая в Варшаве. Напомним, днем в понедельник на российского посла в Варшаве было совершено нападение. Агрессивная толпа окружила Сергея Андреева и его спутников во время попытки возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских солдат и облила краской. Позднее МИД Польши признал серьезность ситуации с агрессией в адрес российского дипломата.